«Групповой портрет на фоне жизни». Так называется новый сборник фотографа и журналиста Юрия Роста. Это издание завершает серию, в которой ранее выходили книги «Групповой портрет на фоне мира» и «Групповой портрет на фоне века». В этих работах Рост предлагает читателям отправиться в прошлое, собирая мозаику из более чем 200 фотографий и 90 очерков. Они охватывают несколько десятилетий творческого путешествия Роста и рассказывают о тех, с кем ему довелось встретиться на этом пути. Среди героев книги «Групповой портрет на фоне жизни» – писатель Даниил Гранин, актер и режиссер Ролан Быков, правозащитница Людмила Алексеева и искусствовед Ирина Антонова.